Рад встрече, член гильдии. Похоже, ты много путешествуешь. Да, я слышал о магах, которые запечатывают порталы, используя этот ингредиент в качестве замка. Такую дверь невозможно открыть отмычкой. Очищенная морозная соль? Мне кажется, на таких вещах специализируется Жульен. Возможно, тебе стоит вернуться в университет и поговорить с ней. Тебе удалось найти 5 слез? Невероятно! Результат даже лучше, чем я ожидал. Похоже, тебе причитается премия. Это... гордость моей коллекции. Да, действительно. Несколько парней создают проблемы. Ступай на постоялый двор, 5 когтей, и все увидишь. Эти слезы станут украшением моей коллекции. Еще раз... 1000 благодарностей. Не торчали здесь, если бы ты сделал свою работу. Как насчет того, чтобы принести еще выпивки, дорогуша? Подай мне выпивку, трактирщица, и поживее. Если бы не я, ты бы сейчас чистил конюшни в Арсиниуме. Я не хочу тебя видеть, имперец. Убирайся. Даже моя лошадь умнее тебя. Ты в подметки своему отцу не годишься. Когда мне понадобится твое мнение, я дам тебе знать. Чего тебе надо? Не лезь не в свое дело. Не лезь не в свое... Не суй свой нос не в свое дело. Так будет только лучше для тебя. Проблемы? Проблемы? Правильно. Но мы здесь ни при чем, друг. Настоящая проблема — это компания «Черный лес». Это они создают проблемы. Наемники, вот кто они такие. И они основали компанию здесь, в Лейявине. Вантус может рассказать тебе больше. Займись своим делом. Грязный орк. Я даже отсюда чувствую, как ты воняешь. Что ты здесь делаешь?
Не очень вежливо прерывать нас в разгар обсуждения. А чтоб их, наемники, посланные императором захватить кусок территории в Чернотопье. Когда они провалили это дело, осели тут и организовали контору. С тех пор они перехватывают наши контракты и хватаются за работу, которую ни один член гильдии не стал бы выполнять даже под страхом смерти. Блестящая идея. А Рейн всегда посылает лучших. Я скажу тебе вот что. Ты найдешь нам оплачиваемую работу, и мы с радостью прекратим все это. Работа эта великолепна. Плохо только, что больше никто нам ее не дает. Если ты сможешь найти для нас работу, мы обязательно ее выполним. Премного благодарен тебе, друг. Тащи сюда выпивку и поживее. Здесь больше никогда не будет ни одного орка. Ты же из гильдии бойцов. Убери их отсюда. Работа для гильдии бойцов? Поговори с Маргартой. Если ее нет дома или в Пяти Когтях, она может заниматься сбором алхимических ингредиентов. Они тоже доставляют мне неприятности, но у них есть золото, чтобы заплатить за беспокойство. Жизнь становится куда проще, когда у тебя есть золото. Заставь их уйти. Немедленно. Грязный орк. Я даже отсюда чувствую, как ты воняешь. Ты все болтаешь. Найди нам работу и деньги. Покажи мне что-нибудь реальное. Оставь меня в покое, Редгард. Ловкие пальцы. Где ж тебе удалось натренироваться? Надеюсь, я смогу помочь. Похоже, у меня есть кое-что, в чем мне не помешала бы помощь гильдии. Для моих алхимических экспериментов мне нужны зубы огров и рога минотавров. Их нелегко добыть, но я предпочитаю свежие компоненты и хорошо плачу за них. И не доверяю парням из компании «Черный лес». Правда, в тебе я тоже не уверена. Вот что. Если ты принесешь мне 5 порций эктоплазмы, я буду вести дела с гильдией. Вот мое предложение. Пока. Удалось найти для меня эктоплазму? О, эктоплазма! Похоже, вы, бойцы из гильдии, все же можете работать, когда захотите по-настоящему. Скажи своим бойцам, что я буду платить им за рога минотавров и зубы огров. Гильдия будет моим единственным поставщиком. Будем сотрудничать. Я буду ждать рогов и зубов. Тебе не следует здесь находиться. Я сказал тебе, что нам нужно. Пока у нас не будет работы, мы не уйдем отсюда. Поиски ингредиентов для Маргарты? Это подходит. Я сообщу парням. Спасибо тебе за помощь, друг. Арейн тоже будет счастлив.
И тебе всего наилучшего. Даже не знаю, как отблагодарить тебя за твою помощь. Может, тебе что-то нужно? До свидания. Эй! Это опять ты? Тот, кто ищет работу. Что тебе нужно? Похоже, тебе удалось найти для нас работу. Хорошо, деньги не помешают. Да, счастливого пути. Нужно что-то делать. Эти парни разрушают мой бизнес. Я не могу сказать ничего нового по поводу работы для твоей гильдии. Вероятно, больше они этого делать не будут. Надеюсь, у них останется золото, чтобы платить за выпивку. И тебе всего наилучшего. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Похоже, у нас есть работа на ближайшее будущее. Спасибо тебе! Удачного тебе дня! Жалься, сэр, мне нечего есть. У тебя ловкие пальцы. Где ж тебе удалось потренироваться? Как продвигается твоя компания по истреблению? Теперь, когда врата Обливиона возле Леовина закрыты, вероятность нового нападения снизилась. Я сделаю то, о чем ты просишь. И никто не упрекнет Леовин в том, что он не внес свою лепту в спасение империи. Удачного тебе дня! Ты, похоже, проныра. Стой! Сегодня вечером здесь будет званый обед. И никто не войдет в эту комнату, пока все не будет готово. А когда все будет готово, допущены будут только те, кто есть в списке. И даже если гость есть в списке, он должен быть одет соответствующим образом. Графиня придает этому значение, и никто не может игнорировать ее требования. Понятно? У него превосходный выбор книг. Не понимаю, почему он всегда так резок. Да, добрый день. Прощай. Приветствую тебя. Чем могу помочь? Таверна «Три сестры» — неплохое заведение. Только вот Шурави уж больно сварливая. Мне кажется, она вообще никого не любит. Мне кажется, она просто... У тебя пружинистый шаг, как у акробата. Стой! А когда все будет готово, графиня... Прощай. Боже, остров Саверцет стал значительно... Как? Что беспокоит? И тебе всего наилучшего. Как идут бои? Как продвигать? Удачного тебе дня, сэр Рыцарь. Приятно слышать. Конечно... Отлично поработала в запущенной шахте, правда? Что ты делаешь здесь? Ты не выглядишь как лицо, приглашенное на званый обед, и я не припоминаю твоего имени в списке. Да и одежда у тебя соответствующая, и ты, похоже, человек хороший. Можешь войти.
Извини, что задержал тебя. Удачи. Удачного тебе дня. Стой! Никто не прошмыгнет незамеченным на званный обед графини. Разреши-ка мне проводить тебя к выходу отсюда. Добрый вечер. Что новенькое? Недавно в лесу мне повстречались гоблины. Салют. Противные Салют. Мелкие твари. Как дела? Отвратительные создания. Недавно Надеюсь, мне повстречалась пара грязевых крабов. Противные Прощай. Создания. Гнусные твари. Ненавижу их. Доброй ночи. Береги себя. Ах, как мило. Как поживаешь? Хорошие новости из Квача. Последние дейдры были изгнаны оттуда. Да, в линии раздела. Ладно, стража! Тебе. Не нужно. Что у нас здесь? Преступник пойман. Тогда Да. В линии раздела всегда можно купить хороший клинок. Ну и, конечно, если зайдешь, придется тебе послушать байки Танзиуса. Я стараюсь. Девятью богами нападь. Тогда Да. В линии раздела всегда можно купить хороший клинок. Ну и, конечно, если зайдешь, придется тебе послушать байки Танзиуса. Я стараюсь не разговаривать с ним. У меня нет такого количества свободного времени. Удачного тебе дня! В линии раздела всегда можно купить хороший клинок. Ну и, конечно, если зайдешь, придется тебе послушать. Что у нас здесь? Тогда заплати. В линии раздела всегда можно купить хороший клинок. Ну и, конечно, если зайдешь, придется тебе послушать байки Танзиуса. Стража! 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 Стой! Тогда заплати. Да? В линии раздела всегда можно купить хороший клинок. Ну и, конечно, если зайдешь, придется тебе послушать байки Танзиуса. Я стараюсь не разговаривать. Какая жестокость! Помогите на псих! Надеюсь, ты сгниешь там, преступное отродье. Ну, что у нас здесь? Приветствую! И тебе всего наилучшего.
Приветствую! Привет. Потрясающий успех, смертный. И, похоже, и тебе не удалось остаться в стороне от веселья. Я рад за тебя. Тебе нужно было немного развеяться. Ты найдешь свое снаряжение в сундуке, вон там. А вот еще небольшой подарок за твои труды. Может, мы с тобой как-нибудь опять попразднуем. Стороне. Даже краб боится. Сангвин доволен. Это повод для праздника. Мы никому не угрожаем. Почему нас просто нельзя оставить в покое? Да не минет тебя слава, обладатель розы. Чем могу помочь? Thank you.
Надеюсь, я смогу помочь. Я полагаю, граф пожелает решить этот вопрос лично. Подожди здесь. Я передам графу, что ты ожидаешь встречи с ним. Привет! Надеюсь, я смогу помочь. Если не одно, так другое. Граф очень разборчив в еде и напитках. Все должно быть идеально. Еще увидимся. Доброе утро. У тебя ловкие пальцы. Что я могу сделать для тебя? Мирунос Дагон любит таких, как я, не больше, чем моих смертных подданных. Может быть, даже меньше, потому что из нас получаются плохие рабы. Твоими стараниями врата Обливиона около Скинграда закрыты. В свою очередь, я помогу вам, послав помощь Бруме. Еще увидимся. Нет. Еще увидимся. Береги себя. Yeah! Ah!